Всем доброго дня, это Гелиосар и «Биология просто». Учебник «Биология. Живой организм. 5-6 классы» за авторством Сухоруковой, Кумченко и Колесниковой. Параграф 51. Индивидуальное развитие животных. Вспомните, как выглядят личинки и куколки насекомых. Ну, во-первых, личинки и куколки – это стадии развития некоторых видов насекомых. Личинки, как правило, это вторая стадия развития. Первая – это яйцо, потом идет личинка. Ну, личинки, как правило, они гусеницы, просто гусеницы. Самые разные виды гусениц. А вот куколка, далеко не каждая личинка превращается в куколку. Куколка, ну, по сути дела, это та же личинка, которая обмотала себя, типа паутиной, хотя на самом деле это не паутина, и внутри происходит процесс преобразования гусеницы, например, в бабочку. Именно так, например, бабочки, у них именно такое преобразование. Чем отличается головастик от взрослой лягушки? Взрослая лягушка неплохо себе дышит обычным воздухом и, в принципе, может перемещаться по земле. Головастик воздухом дышать не в состоянии, он сугубо водный обитатель, он очень маленький и на лягушку он не похож. У животных, размножающихся половым путем, индивидуальное развитие начинается с оплодотворения и включает несколько периодов. Зародышевый период. Первый период развития – зародышевый. Он начинается с одной клетки – зиготы. Зиготы делятся на 2, 4, 8 и больше клеток, но вновь образовавшиеся клетки не растут. Такой процесс называют дроблением. В результате образуется многоклеточный зародыш, из клеток которого в дальнейшем формируются ткани и органы нового живого существа. Продолжительность зародышевого периода разная. У кукушки, например, зародышевый период всего 12 дней. У слонихи до 660 суток, то есть почти 2 года. Насекомые-поденки имеют очень необычный жизненный цикл. Их личиночная стадия длится до 3 лет, тогда как взрослое насекомое живет от 2 до 5 дней всего лишь. Взрослая поденка имеет две пары сетчатых нежных крылышек, три хвостовые нити и неразвитый ротовой аппарат. Она не может питаться и погибает после оплодотворения и откладки яиц. Личинка живет в воде, активно питается и линяет аж несколько раз. Период формирования и роста организма. После вылупления из яйца или рождения у животных начинается послезародышевое развитие. Его первый этап – период формирования и роста организма. Развитие животных в этот период может идти по-разному. Если потомство похоже на родителей, но отличается от них только меньшими размерами, то это развитие без превращения, прямое. Оно характерно для некоторых насекомых, рыб, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, в том числе людей. При таком развитии отсутствует какая-либо стадия личинки. У других животных развитие начинается со стадии личинки, которая отличается от взрослых особей. В этом случае имеет место развитие с превращением, но не прямым. Так развитие лягушки и большинства насекомых развиваются. У последних выделяют развитие с полным и неполным превращением. При развитии с неполным превращением насекомое проходит три стадии – яйцо, личинка, взрослая особь, всего лишь. Вылупившаяся из яйца личинка уже достаточно сильно похожа на взрослый организм. С неполным превращением развиваются саранча, кузнечики, тараканы, клопы. При полном превращении развитие идет в 4 стадии. Яйцо, личинка, куколка, взрослая особь. Личинка отличается от взрослого насекомого не только внешним строением и образом жизни. Она переходит в состояние покоя, становится куколкой. Из куколки выходит взрослое насекомое. Так развиваются жуки, бабочки, мухи, пчелы. Период зрелости и старости. После периода формирования и роста наступает период половой зрелости, когда происходит активное размножение животных. Этот период продолжается от нескольких часов до нескольких десятков лет. Скорость размножения и численность приносимого потомства тоже очень различны. Например, рыба-луна в течение жизни откладывает до 300 миллионов икринок. А слониха рождает первого детеныша только в возрасте 10 лет и за всю жизнь приносит не более 7 детенышей. С завершением половой зрелости начинается период старости. Он заканчивается естественной смертью. В этот период угасают все функции организма.
Продолжительность жизни у животных составляет от нескольких часов, как у инфузории, амебы, и до 100 и даже более 200 лет – сухопутные черепахи. В принципе, недавно появлялась информация, что некоторые животные и до 300 ухитряются доживать, но это не очень точно. Вопросы. Чем отличается развитие птиц от развития лягушки? Лягушка откладывает икринку, и из икринки, точнее из большого количества икринок, вылупляются головастики, которые обитают в воде и не похожи на лягушку совершенно. Птица откладывает яйца, в этом она немного похожа на лягушку, но вылупившиеся из яйца птенцы похожи на птицу в полном объеме, и если лягушка живет на суше, но возле воды, головастик живет исключительно внутри воды и на сушу выбираться не может. Так вот, птица и со своими птенцами совершенно спокойно живут исключительно на воздухе. То есть это такое серьезное отличие. То есть потомство лягушки, оно сильно отличается и постепенно превращается, проходит процесс превращения, а у птицы такого нету. Чем различается развитие насекомых с полным и неполным превращением? Полное превращение – это когда изначальная гусеница-личинка совершенно не похожа на взрослую особь. Например, гусеница не похожа на бабочку. Вообще не похожа. Неполное превращение – это когда имеющаяся личинка, она в некотором роде пусть маленькая, пусть своеобразная, но хоть чем-то, но все-таки похожа на взрослую особь. Какие периоды выделяют в индивидуальном развитии животных? Это зародышевый, собственно говоря, период, послезародышевый период, период зрелости, ну и далее период старости. Особенности, в чем особенности? Особенности периода в том, что в отличие от растений, у животных индивидуальное развитие начинается уже с зародышевого периода, а у растений зародыши все одинаковые практически.